Сборы это для чего? Для того, что мы готовы к сезону. Результат должен быть в чемпионат. Возвращаю на поле и получаю удовольствие. У нас пути еще долго на сбор. И у нас есть много что-то исправиться. И мы должны это знать хорошо и стараться очень быстро, чтобы мы к своей форме и игровые, и кондиции физически возвращать на самый наш, в наш уровень. Первый сбор, я думаю, это самый тяжелый всегда, потому что после отпуска очень тяжело, ты начинаешь опять все снова, и, конечно, энергии много есть, но тело тоже должно опять привыкать к работе. 14-12. So far, if you some no abnormality or nothing that is triggers. Okay. У нас не все ребята живут в России. Многие прилетают на сборы непосредственно уже к месту сбора, в данном случае это в Малага. Поэтому было решено провести медобследование тех ребят, которые не смогли быть в Москве, здесь, на месте уже самих сборов. Все ребята здоровые, очень неплохо потренировались во время отпуска, у них была своя программа, каждый индивидуально все занимались, о чем свидетельствует хорошее физическое состояние, поэтому я думаю, что вполне готовы приступить к интенсивным тренировкам первого сбора. Специально на камеру работает тренер. Специально. По поводу Ротенберга и Фарфана, тоже поживем, увидим. Надеемся, что к третьему сбору они присоединятся к команде. Ну, покажи, как он тренируется. Что ты меня покажешь? Смотри, покажи. Что он делает? Нет, все, где бегают? Третья команда бегает. Две команды играют. Как я был долго без тренировки, по поводу воспаления на мой акил, мы решили так, чтобы не сразу начинает нагрузка и потихонечку возвращает на поле. И так было, и у меня было успешно, потому что у меня все хорошо, я хорошо себя чувствую, это самое главное. Уже почти два месяца я не играл.
я скучаю очень. И, но самое главное, я всегда говорю, это не результат, это как команда реагирует на поле. У нас нельзя хватать эмоций, нельзя хватать желания. И насколько сегодня я видел, у нас была команда на поле, которую хотят, которая эмоция была все. Поэтому это пути. Должно терпеть, потому что мы все тоже устали. Мы каждый день тренируемся два раза в день. И я 100% чувствую и уверен, что в конце сбора наша команда будет на уровне, который мы должны и мы можем.